Всем привет! Мы находимся в Шамореле. В Шамореле. В национальном парке. В национальном парке. Да-да, я читал про этот водопад. Это самый большой водопад на Маврике. Это твоя мать говорит? Нет, это дедус нас рассказывает всегда. Он самый умный у нас. Посмотрите, он впадает в кратер вулкана. И больше 100 метров. Какой он красивый. Как здорово, Артур, что ты нас сюда взял. Синька с Найкой не могли приехать. Да, они очень много загорали вчера на море и немножко сгорели, поэтому Симку с Ноликом мы оставили дома. Как тебе джунгли, Артур, вообще? Круто. Что, комарики достают здесь? Да. Давайте поднимемся наверх. Ну, Файер, ты всегда предложишь интересную идею. Давай сходим. Посмотрим, что там есть. Обещают какой-то вьюпоинт. Точку обзора. Ой, какие ступеньки большие. Смотровая площадка. Только Файер решился сюда идти. Остальные все остались в машине. О, какая красота! И теперь кратер даже виден. Посмотрите. Ничего себе! Интересно, можно ли туда спуститься вниз? Спасибо. Наверное, нет. Спасибо. Файер, тебе нравится? Это не то, что дома сидеть. Много интересного можно увидеть. Всем привет! Мы пришли взять эти цветные пески. Да, пока мы еще их не видим, я вам кое-что расскажу. О, и деду здесь уже. Ты у нас самый умный, ну давай рассказывай. Обратите внимание, они разного цвета. Когда извергался вулкан и лава застывала, в зависимости от того, какой металл преобладал в этих песках, такого цвета они остановились. Там, где был алюминий больше, там они синие или серые. Там, где железо, там пески красные. И вот здесь сохранился такой кусочек, где мы можем это наблюдать. Вот пойдемте и посмотрим. Здесь красиво, как мне нравится. Совсем другая природа. Пойдемте посмотрим тот склон. Видна гора Лемур. Вот эта девочка-птичка, а вон сидит мальчик. Мальчика яркая окраска. Смотрите, у него красные перышки, хохолочек. А девочка такая серенькая, синеньким немножко. Вот такая вот парочка нам тут встретилась. Тихо-тихо, не пугай их, Артурик. Это редкость, когда птички так себе близко подпускают, что можно их сфотографировать. Смотри, какая парочка. Цып-цып-цып. Да.
Они тебе не курочки, чтобы цыпа-цыпа понимать. Вот видишь, она ходит кушает, а он следит за порядком. И все было хорошо. Вот смотрите. Черепашка вырыла ямку, чтобы сюда отложить свои яйца. У нее будет целая кладка яиц. Потом вылупятся маленькие черепашечки. Ну куда? Вот посмотрите на некоторых туристов. Через заборы даже лезут, чтобы сфотографировать черепашку. Ай-яй-яй-яй-яй. Там же нельзя так делать. Нельзя так делать, да. Не надо нарушать правила. И беспокоить животных. Не надо платить. Животных не надо. Вот какая шустренькая черепашка. Вот они какие шустренькие. Здесь она такая грязненькая в грязюке, потому что они так вот живут, откладывают здесь вот свои вот яйца. Грязная, помылась, наверное. Их тут, наверное, отмывают. О, давай я просуну голову. Привет, Артур говорит. Ну, Файр, как тебе? А куда девчонок дели? Остались там наверху? Да. Давай, забираем их и поедем дальше лес посмотрим. Тут есть какой-то еще лес. Вот сейчас выглянуло солнышко, и пески окрашиваются в цвета. Шамарель. А тата.